Музыка не... Женщина, я не танцую. Так, теперь все, кто в шестом, седьмом, восьмом пати плюсунули в рейд. Шестое, восьмое. Ну вот, смотри, я тебе скажу, Эйдоса нам можно брать одевать в танков. Раз. Танк, прохил. Прохил. Я могу на замену 2. Шреддер, я думаю, тоже может посидеть. Без танка, да? Че вам? Я нужен как танк? Да. Ну, Шреддер может по-любому посидеть. Я думаю, для него это не проблема. А Весом может потанчить. И Весом может в танке побыть. У него мейн танк. Авис, Эвиса, ты набрал себе кап деф для 2. Что тебе Том бил чек? Это ты пропадаешь турпат. Блин, он 260-й протопал. Конечно, у него есть кап. Да, не у всех. Да, значит, сейчас паблю. Теперь у меня в голове эта песня про зайцев. Угу. Заразные, да? Суки вы. Чё там, подземелье заполнено? Потому что все люди, которые 6-я, 7-я, 8-я пати вышли нахуй с места в Долорант. Отъехал в ЦЛК, потом Драйгорн ЦЛК, Фристлих ЦЛК, вам кто сказал заходить? Юки ЦЛК. Команды, блядь. Да, меня суманули, я пошел трэшбить. Молодец, выходи нахуй. Нахуй. Да ты можешь в пизду. Как Алиса. Жестко. Якутия не слушаю. Миша. Раз это. Блять, тут и понял. Сделай роговские обязанности его. Да вас наркоманы сумонят, а вы принимаете. А у нас есть рога еще. Запомните, если вы 6-е, 7-е, 8-е пати, не принимайте сумоны в инст. Они были в инсте до того, как я начал сортовать пати. А давай, знаешь, как сделаем? Я не пойду в рейд, а царю дадут анхолика. Если надо будет там помочь на... А есть у нас анхолик? Ну, это... Драйгор, ну, нет. Он не анхолик. ФДК? Блин, ну плохо. Если бы он был АДК, я бы давно взял в рейд. А может он может? Драйнкорн, ты в дискорде? У тебя есть анхолик ДД? Жалко. У нас анхоликов просто нет. А вон, видишь, сколько ШП в рейде. Делай анхолика, и ты всегда будешь. А, пуш во всех разговорить. Серьезно, пишу. Потому что да? У нас обычно на РТ от 3 до 6 ШП. В основном. Иваров, ебать, вагон целый. Да, а ты создал пина приста. Это было гениально, да. Лучшее решение. Что? А вот смотри, пусть этот АВ сам, пусть идет как вот Т, а микстурочку этого спек не дадешь. Да. Заебись, и 2 протопала, да? Ну и что?
Я справлюсь. У сомалийского там агра. Мама не говорит, он сам будет тащить. Без когтей, да? А ты смотри, он и назад, а там, блядь, гонят. Пошел нахуй взять сюда. Возьмите тогда одного фростдека, и будут вам когти. Ну что, кого взять? Ну, как вариант, если смотри... Да, не 20%, он 20% там себе дает. Остальным он дает 16%. Да, как вариант, смотри, Ромку послать на замену, так как это вар, и он не особо прям хорошо ДПСит. А Арвск у нас и так даже... Ромка лучше, я подожди, что, нет, я хуя? Тебе про другое. Запустить драйгона, да помолчи, запустить драйгона в рейд, посмотреть, как он дамажит, вообще, что это за человек. Микстурку спекнуть у этого ванхолика, а этого Авесолома в танк. Но, то есть... Только передай орелы царю. Так, все, ладно, я заткнулся. Делайте, что хотите. Просто делать спек раздаваки, и все, на 4% он будет давать тогда бах. Так, делаем. Нет, так, он следующим образом себе дает. Ну, талант вкачан, будет 20 давать всему рейду. Короче, смотри. Маги, фулки, лейтфул. Трейдера на замену кидай. Все равно ему один хуй ничего не надо, ЕПИ так не начислит. Драйгона в рейд, вместо Ромки закидывай этого Авесолома. А сомалийский кем будет? А сомалийский в хила пойдет, а Пипопал в ретрика. Хотя можно Пипопала поменять на Шреддера, и тогда вообще... Чего? Надо холи полагать. Что ты, блядь, придумываешь? Ёбаный в рот. Нет, да, я вам как, будет, чтобы идеальный рейд был. Не-не-не, танчить-то кто будет? А, ну все, что ты, блин, мастер, ты меня сбиваешь. Микстурка, ванхолик, сомалийский и этот Авесолом в танк. Наркоман на мастере, короче. Наркоман на царе, блядь, ты понял, что ты, блядь, сказал? Я все понял, ты все, будешь мне тут возникать. Заплюю до смерти. Короче, шестая, восьмая пати, вы на замене. Скрин пати я сделал. Хотите получить ТП, сидите до конца. Когда я вас позову, буду давать ТП, если вы не откликнетесь, нахуй, ТП вы не получите. А получите ГП. Вы бы лучше, наркоманы, так приходили, блять, на допроносы, сука. А то на целку, конечно, там воля падает, там, блин, шмот, о, придем. Мастер, смотри, теперь вот Ромку хочешь на замену, третья категория, которая ходит в ЗС и ОК. Вот типа, думаю. Драйнгорн, смотрим это... на него. Этот мастер, давай он пойдет, у вас одного мага хватит. Давай он так, пойдет, я пока посижу на замене. Я если что здесь буду. Куда нахуй спать, плюнул, блядь? Ну ты ж скрин сделал. Обратно, блядь. Ну давай турбо тогда на замену. Сейчас уманете меня, секунду. Просто тебе нужен какой-то шмот? Мало брыстов. Простя. Шкаф. Предупреждаю сразу, замены могут быть после любого босса. Что мне не понравится? ДПС он использует. Мастер, даю тебе лидера, потому что я буду выходить, турбо будет заходить на тех боссов, которые ему нужны. И боссы ему нужны. А там всего два босса. Это корабли бесполезные где-то. Ребята, секунду перебью. У вас как бы чуван тут завис. Где завис? На месте бежит. Сейчас ответ. Ничего страшного, пока все суммоня. Шкаф Рабат. Поставьте, суммоните меня сейчас. Плохо, что у нас один БР. Ну да, если они он два, зайдет. Два. Под фласки вроде раздают на тех боссах, где они на самом деле нужны. На ребро, на какой-нибудь тебе, на Сурфонга не дадут, а вот на Синдр какой-нибудь дадут. Не, ну на самом деле, блин, надо банки раздавать вообще на фул рейд, чтобы быстро все сносить и проходить. ДДшные, по крайней мере, саппорты, я согласен. Как вы думаете, зачем я на микстурку поставил метку? А я не Пожалуйста, дурачок.
На демикстурку, да? Вот этот. На РДД фласки. Мили я раздам. Не знаю, почти. У меня мили фласки. У квадрата мили фласк. Чтоб у вас там хилбот не это не багался, я ливну пока что. Если что, в дискорде орите. Ты подожди, вот тут чего она нет, может и в рейд пойдет. Да он зайдет сейчас. Че, у него бывает иногда. Заходит обычно через 2 минуты. Ага. Я не знал. Он зашел. Отлично. Хватит дышать. Косплей на тему. А припоты? Их нет. Хуи поты, ну. Ты все. Дожили, припотов нету. Мне медведь звание убрал, припоты брать. Наркоман. Царь на замену. Давай. Просто пока. Если что, я тебя позову, не дай бог офнишься, на. Ну, как. Кому РДД фласки, печеньки, давайте админ. Нет, не даю быстроту. Слышишь, мастер, не хочешь вообще всех покикать, ну, чтобы, если что, хилбот не забагали? Тех, кто я скрин взял. Блин, а тут квест не велика. Чё за квест? А, вчера не тут не вчера, надо кинуть квест, да? Сейчас. Здорово. Мастер, в кратности, что тебе это вебинар писал? Мастер, всегда как я ливаю из гильдии, мне падает брюк. И что, она ничего не говорит? Чё он должен говорить тебе? Ну, типа там, приду. Или она больше ногой сюда не вступит. Ногой, это я говорю. Своим. Ну. Что, когда же я за анхолика бить на меня? Это просто жесть. Ты читаешь мне. Вот, прям сейчас. Это твой. Минута с твоей славы. Давай, мистурка, блин. Кому еще СПД фласки, давайте обмен печеньки. Сегодня, если что, не 9 боссов. Сидим до последнего. Оу. Кайф. Вступите ваше время на. Ну, стоим, ждем простю, раздаваку, фелшер, чулан. Фури бафы раздали. Приступ баф, лапу. По-моему, я этот кулака не вижу. Кулака. Так, у нас, значит, так, делаем. Маликет кулаки, сомалийки у нас. Фрота, Авенсон, каски, где попал квесты. А маликет каски раздавал. Мне похуй, маликет единственный, кого кулак вкачан. Дай. Ну ладно. А говорит, что у него не вкачан. Я пока не могу использовать. Чё? Блядь, мой сук. ХП. Блин, как же долго мы это все делаем, я не могу. Да пока разбирались, кто пойдет в рейд. Я на ретрика тогда, нахуй. Если у нас, блядь, долбоебы не умеют качать кулаков, как Шреддер, блядь. Я на этого, блядь. Давай пусть пан на АПА орёт, у него вкачано. Нет. Я пока не могу использовать. И еще 10 минут сидеть, что ли?
ждать. Сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Сумони меня. Рыбу поставили. Лори бафа раздали. Я кулаки. Не сейчас. Я даже швот не буду забирать на паладина, если ты хочешь раздавать, одеть паладина. Нахуй мне одевать паладина. По себе кулак дай. Сейчас я по всем дам, у меня рейд не прогрузился. Так. Гера будет? Ждете особенного приглашения для Геры? Ура, ребро починили. Ну да, в смысле, из фиксом Т5 починили, точнее. Сейчас на гидросе так и давится, и на ребре. Круто. Так и должна, типа, по канону. Уф, Вики там кидали. О, я только Саджира вспомнил. Yeah.
Ой, не то. ГБ. Текстурки скину. Ну извини, Малькеш, я тебя назвал долбоебом, или как я там сказал? Пойми меня, как ты отличаешься от Алисы, если ты не можешь сделать прямого вкачивания кулака, блядь? Врать ведь, спеки. Нет, не будем делать. Malekith of Spec, сомалийский of Spec. Отдаю Malekith. Он выше. Ну шо, хилы тут? Погнали. Помощника отложу. Тебе не требуется, например, рейду требуется. Лена не на великана, а на шею. Китами мейн спек. Блять, а что, щит уже пароль? Мне опять нажимать на щит? Да, пароль или щит. Да. Через ЕПГП или как там, блядь? Да, ЕПГП. Блять, у меня не... Великана квест стоит, ну тогда возможно сделаем. У электрошама окно не было, окно. Давай посмотрим, электрошама. Где ты у нас рейди по ПРу? 20%. У Malekith было 22, но если не ошибаюсь. Блять, палатин, ты что? Не надо так. Так, кто у нас там выше всех? Ты попал. Нажал на мейн спек. Ну, полипозиция. Шейпер осколок, дай забрать. Там что, обкурились, бля? Пардон. Гильти? Не подходите к помощникам. Помощника два у меня. Отойди! Если был квест на великана, я не знал этого. В шанс. Пойдем его убивать. После этого босса, конечно. Хотя это зависит от того, как вы, блядь, будете убивать леди. У тебя нормально все? Блять, Асом, ты сейчас ГП получишь, серьезно. Зачем ты забираешь мастаун там, блин, кривую щ... и поворачиваешь лицом к рейду? Накидываю. Нет, ты мастаун там забрал сейчас кривующего ревнителя, и он убил лучший. Чё лежим? Встали, побежали сами, на. Потому портал что изначально держит. Стоят куча мобов, на которых как бы нужен на пул. Ты держишь как бы помощника, значит остальные как бы минимум некоторые должны висеть на мне. Но на пул... Да? У меня было все в порядке. И по триту тоже. Надо смотреть. Вомен. Посмотрю вомен иногда. Таунт кидал на мобов, которые стояли спереди меня. Ну давай, вот сейчас забрал нас на он там моба. Давай. Давайте вы не будете спорить, а просто танчить мобов, а? Человек претендует на фелдшер выйти. Я не претендую, хочешь накидывай. Если я заслужу, окей. Да я не... Может лучше объяснить ему, не сразу наезды. Я не наезжаю на нее, я просто говорю, зачем? Какова причина была? Все, не более. Снова, где ты сказал, зачем? Я говорю, зачем ты нажимаешь мастаунт и подводишь кливующего моба в рейд? С обоим в ебу нахуй ГП, если вы не закроете. Все, я замолчал. Ну, больших будем пулять. Надо, бейте этого, помощника. Да.
Давай. Баф раздаем. Ставлю рыбу. Пропиши. Ой, твой назад. Танк, а у нас третьего танка нет. А есть, хорошо. Готовимся контроль. Создали контроль. Готовимся трэш 5 секунд. Контроль. Моб взрывается, стан. Мобов добили. РДДшники, ваш моб. Не, это милик. РДД. РДД. БР у команды. Трэш через 5 секунд новый. Берневой, да, питами. Когда у меня на станы на КД, у вас, блядь, какие-то проблемы происходят. Вообще, блядь, станов нету на панели. Я в контроле. Пушку снял. Дайте стан мобу. Темное мучество пошло. Контроль попал. Не убейте паладина. Стоп, босс. Освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Контроль готовится, стоп на левую. Ты не в сил противиться моей воле. Папану контроль. Прими это благословение и покажи чужакам. Я в сире. Убили мобов, перевели босса, быстрее. Довольно. Пришла пора взять Гера. Все в свои руки. Потрашу сыграли, милик.
Готовимся, контроль 5 секунд. Почему трэш в центре? Контроль духи. Хорош, взорвали духа. Духи в миле идут. Слан, Берни, войда. Духи в милизоне. Трэш выш. Босс агрится сейчас. Контроль над разумом. Ты не в силах противиться моей воле. Да. Ты на 8. Чон, Берни, Питами. Вы осознаете бессмысленность своих действий. Готовимся, контроль скоро. Трэш вышел. Я в контроле под крыльями. Молодец. Маликет. Это бред. Тоже взрывает-то все время, а? Ты не в силах противиться моей воле! Итак. Ложитесь. Желательно вам сейчас от духов не вайпаться, потому что я буду ГПН начислять тому, кто схватил духов. Не хотите получить дух, ГП, блядь, не вайпайтесь от духа. Сейчас было такое ощущение, что все про духов забыли. Что-то много слишком взорвало. Так, смотрим. Вступай во тьму, в вечную тьму. Питан умер, а духа виноват, не отбежала. Не отбежал пан. Ну, контроль просто в это время кидала. Может, реально втыкала. Полученный урон. Мстительная тень. Угу. Автоатака по нему не приходила. Не проходи. Опа. Ага, это священная жертва, понял. Пан, смотрим. Мстительная тень. Прошла атака ближнего боя. ГП. Так, за то, что я свои Т4 не контролировал, я себе ГП тоже наебал. Дальше. Громко, мстительная тень. Я отбежал, хорош. ДК, не получал урон. Раздавака, мстительная тень. Чулан. Шансун. Утшейпер. Перпипал. Взорвал мстительного духа, причем два. Ты попал
Ты знаешь, что такое духи? Ты был ссылка? Электрошам. Два духа. Хилы, вы что, вообще охуели все? Да у вас я вам ничего не говорю. Хотя, ой, назад. Повезло. Миша Про. Взорвал три духа, блядь. Прикол. Даем за два, значит. Почему-то чулан даже не получил ни одного урона от взрыва духа. Странно, почему бы, да? Двое не получил, он сдох. Понятно. Казум. Бычья голова. Сакрес. Не ой, колун. Дадим. Так, эти люди почему-то не получили урон от мстительных духов. Так, фул ребафа раздаем. Мстительная тень — это духи, да? Да. Снимите защиту от темной магии. Не бафаем на этом боссе защиту от темной магии. Отпиваем. КВ итем. Кто будет покупать? Какой класс? Что ж ты мне сразу не сказал? Он только зашел. Отписал. Галя на замену на этого босса. Галь, портнись. Продадим квест итем. Если будет хлопать духов, блядь, я ему никакого кислительного не отдам. Возьми его, блядь. Давай пруф за то, что ты не взрывал босс, мобов. Я знаю, что пруф. Мастер, дай ассиста микстурки. Чё, без ассиста, блядь? А, у нас тут... Отъедаем ману, ставлю рыбу. Урон по союзу. Короче, ты дал ему платье, нет? Нет. Че, он не покупает? Все, да, следующее КД. Вы затягиваете себе рейд. Тупите, получаете ГП. Так, Миша Про. Настройка каналов. Цитадель. Данные о обороне. Нет данных, нет данных. Окей. А вот Зуламан будет в субботу, его кто будет собирать? Микстурка, наверное? Возможно. Потом может... скинешь мне Вайда видео, если никого не бахнул, я тебе сниму ГП. Ансом, Миша Про, пан.
Я предупреждал не бахать духов, когда ложитесь. И ты меня не слышал. Следующий ГП не снимается, даже когда я вам, блядь, сказал ложиться на. Моб кастует. Спалить будете, не? Не, не спалю. Контроль 5 секунд. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный. Ты не в силах противиться моей воле. А дом снимает только одну пушку. Готовимся, трэш. Нет? Контроль 5 секунд. Кто на боссе будет? Микстурка и сомалийский. Я в эфире, я хорош. Переводим босс. Геру дали. Духов, не хлопай. Духи. Пипипал, убегай на. Мне на тебе дух повезет. Я в контроле. Не убейте паладина. Убили зону. Фир, здесь фальки. Страш вышел. Трэш, контроль. Духи. Раздавака есть? Чулан, Берни, Вайда. Он не в дискорде. Шайпер, дух, походу, за тобой. Мелизона. Кто, сука, хлопнул? Возможно, я чула написал. Духи мели. Мобы вы. Трэш. Я в контроле. Контролим людей, блядь. Духи. Законтрольте паладина. Ну че, был бабл или че за там такое, не я. Духов, сука, духи, не духи, взрываем. Духи, духи, духи. Трэш выходит. А вы еще предыдущие не добили, вы че, ебанулись? Беги, электрошам.
Че, он что, специально не ресает или? Давай я бы. Он не в дискорде, я ему написал. Я ему тоже написал. Духи. Духи. Трэш. Помни, Берни. Берни пана. Духи. Контроль. Ты не в силах противиться. Контроль. Чё за прикол, махтанчик? Глыбу прожми, инвиз. Страш через 5 секунд. Страш. Духи возле трэш. Духи. 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 Диспельте покаяние совы. Страж 5 секунд. Духи. Страж вышел. Контроль 5 секунд. Ты не в силах противиться моей воле. Духи. Сфер диспел. Убили трэш и фулл ДПС в босса. Духи. Танк собирает духов. Ой, не духов, трэш. И просто держу на себе. Духи Мелизон. Кто, блядь, взорвал? Противиться моей воле. На все воля господина. Ваша смерть неизбежна. Ну, что это за квест? Посох. А на этот холод. Кому посох не надо? Давайте великанам. Косевский упал. Никому не надо? Выкидывай тогда. Китами дай. А что там на него надо? Это полгода собирать еще почку. 25 удей и кровь. Что там, ХП за духов были? Ну, а потом еще же ДДС. Если убили, не будет. Понял. Блин, да там одного я хлопнул, чела написал. Нам повезло. Вовремя. И, кстати, шлем же нужен был. Да? Ну, если. Каску по паладинам уже давать не научили, да? То есть весь бой... А давай асаму. Иксу. Экстурки, точнее.
Еще никуда не ушли. А почему не через этот ролим? Потому что я лут был поменять из-за трэша. Ага, бывает. Лучше. Так, а у кого запад? Смотрим. Хорош, ой, назад, хорош. Запы в дезенчант ушли. Будьте без запов. Пошли на квест. Потому что надо было основу посоха быстрее ролить, на. Мой проёб в этом частично есть тоже. Ну значит вам шот нахуй не нужен, блядь, если вы возьмёте дезенчант. На группу вытянем. Квест все взяли. Может, Геру будет? Давай-ка Геру. Нам что, и Геру надо тут командовать? Там мобик сзади. Сарики, танки, заведите сюда. Эй, шуман, нажми Геру, блядь. Какой шаман? Любой. Шаман. Любой. Чё там убивает вас? Не, я чуму тестил, сколько чума тиков убивает. Мне за 6 тиков положили. Бля, какой нахуй змей ледяного шпиля, ёбаный бот. Откуда вы его взяли? Заведите змея там. Поставьте под большого. Йо-лоу. Палатку установить. Где мастер с крыльями этот аддон? Не аддон, а этот, типа, чё это, то что пишет? Ночной при свете дня я хуряю для танца. Алло, отверни, блядь, дракона от палатки. Один говорит в палатку, второй от палатки. Да, в палатку и бьём. А, ещё он дышит, блядь, клевит. У нас хилы, наверное, есть. Его и дыхание такое себе ловить. Ну так, а вы не видите дракона, где он стоит? Где его? Вопрос, кого ты его танешь?
ты за шлем дал мне? Еще нет. Так, я сейчас турбу. Сейчас мне не надо. На кораблях мне не надо. Я написал тебе в ПМ, и мне с ним нужно. Повторю, Гниломорт, Валитре, Паладин, Лунатель, Магу. Гниломорт, ага, все. Валитре. Кто такая Валитре? Валька, которую хилить надо. А, понял. Suck.